Angel, Earth Angel, will you be mine? Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грядки. Сегодня с вами снова я, Тигранати. У нас сегодня очередные покупочки с Алиэкспресс. Вот такие вот стикеры, которые я думала, что будут больше. Я выбирала из нескольких. И мне больше всего понравились вот эти грибочки. Честно, я думала, они будут больше. Но они вот такие вот маленькие. Ну, посмотрите. По размеру с моим пальцем, ну, это совсем... Да, я думала, что они вот такие вот будут. Вот думала, что будет один. И на весь вот этот вот промежуток. Но оказалось, что вот такие маленькие. Здесь по 30 штук каждого. Видно, что они такие объемные. Тут у нас, в принципе, никакой информации нету, только размеры 68 на 66 миллиметров. Вот, они на клеевой основе. Такие вот прикольные грибочки. Далее у нас идет вот такой вот набор наклеек. Здесь у нас 6 листов. Вот с этой стороны показаны все, которые есть в наборе. Сейчас по-быстренькому покажу вам листы, просто издалека. Они все идут с котиками и девочкой. Это такие вот два персонажа корейских, как я понимаю. Если честно, первый раз их вижу, но они мне очень сильно понравились. Я решила заказать себе, потому что очень люблю котиков и девочек тоже. Это прям моя тематика, потому что сама рисую такое. Вот. И каждый листок покажу поближе, чтобы вы могли рассмотреть, какие здесь наклейки имеются. Далее у нас идет вот такой вот набор наклеек, как всегда, такие вот маленькие стикеры, которые очень сильно я люблю. Вот, сейчас тоже покажу вам их все поближе, чтобы вы могли рассмотреть дизайн. Здесь, если я не ошибаюсь,
45 карточек таких. Теперь у нас идут вот такие вот открытки, акварельные ломо-карты. Здесь на тематику Дня Святого Валентина, но их можно использовать каждый день. Так же, как здесь написано, каждый день – это День Святого Валентина. With my eyes open wide, and I know that we'll always be true. There were no reasons why, yes, our beauty must die. We try hard, but we also filled with pride. I'm a wreck when I'm not by your side. Yes, I know that I have to agree. There is no one as reckless as me. And now that you are in me, and there's no way without, can I function with this power out? There were no reasons why, yes, our beauty must die. We try hard, but we also fall so reckless. So reckless. Карточки просто бесподобные, они очень классно отпечатаны, они и не глянцевые, и не матовые, скорее всего это такая фотобумага, вот, они очень яркие, очень красивые, я думаю, что вашим друзьям, любимым и родным будет приятно получать такие карточки в подарок, тем более здесь можно сзади делать надписи абсолютно любые, какие хотите, а также вкладывать в письма. И последнее, то, что я очень сильно ждала, это вот такие вот потрясающие закладки на тематику, опять же, ботаники, леса, природы. Вот здесь примеры показаны тех закладок, которые есть внутри. Вот я просто, не знаю, когда их увидела, сразу поняла, что это мое, и я должна брать, вот, чтобы не пропустить такую прелесть. И заказать себе для своих друзей. Посмотрите, какая красота. Здесь ботанические акварельные иллюстрации.
Они все просто невероятной красоты и утонченности, я бы сказала, потому что я не знаю, у меня нет слов. Я просто перед такими иллюстрациями млею и не могу ничего сказать толком, только мямлить и постоянно говорить: «Вау, какая красота!» Вот, и давайте сейчас просто близко-близко покажу вам это все и сами посмотрите, убедитесь, насколько это круто. Так что вот такая вот красота. Надеюсь, вам все понравилось и что-то вы тоже себе захотите. Я, например, просто была дико рада этим заказам. И, честно признаться, я хотела намного-намного больше заказать у этого продавца и больше-больше товаров, потому что у него было все такое, то, что вот прям мое-мое. Но все очень так дорого стоило и не получилось с большой скидкой сделать, но все же, да, скидка была, вот, но не такая большая, как хотелось, и поэтому я взяла только самое-самое такое необходимое, самое, вот, то, что прям не могу без этого, да, это вот эти грибочки, конечно же, вот эти карточки и вот эти вот закладки, да, наверное, это можно называть закладками, потому что они прекрасные, мне кажется. Это самые классные вообще вещи, которые я заказывала в последнее время. О, смотрите, прям тематика весны. Почки набухли. Очень-очень красиво. Не знаю, прелесть такая. Я была бы очень рада получить что-то подобное в письме, в подарок, потому что это выглядит как забота, как дружелюбие, да. И это прелестно просто. Тем более здесь сзади белая сторона. Можно какое-нибудь послание написать, пожелание, цитату, все что угодно. Любую мысль. Вот. Так что так вот. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.